Всем привет, ребята, и вы на канале Мистикс. Сегодня я буду снимать игру Слендермен, первую часть. Я для вас снимаю это видео, и вы мне напишите в комментариях, хотите ли вы дальше продолжение этих частей. Ну а мы начинаем. Дед должен быть снаружи. Как-то даже стрёмно начинать. Я поняла. Так, давайте смотреть, что тут делать надо. Выдиви. Блин, мне тут патрон, наверное, ограничен. Ой, меня понес. Хрена себе. Вот это стрёмная игра. А что делать тут надо? Что это такое за... Это что такое? Ладно. Ха. Давайте возьмем. Что-то мне стрёмно. Видит какая-то атмосфера. Хреново. Ну. Так, отстрелим. Да блин. Это... Еще. Да почему это не берется? Чё мне делать? Чё это? Короче, ладно, двигаемся дальше. Это вам тоже смотрите. Так, я встала. Так, ладно, пофиг, я пойду дальше. Вот сюда вот. Да блин! Пересыпал. Давай, стреляй! Я не могу! У меня рука не работает. Ты что, не работаешь? Почему у меня рука не работает? Идем дальше. Я, короче, ничего не вдупляю, потому что нет рука не работает. Которая что-то брать. Что-то мне тут брать не хочется.
что-то брать, у меня не работает. Взяла. Идем. Да блин, я зайти не могу. Это что было? Идем. Надеюсь, он убитый. Наверное, убитый. Я не знаю. Будем надеяться на то, что он реально был убитый. Ну что сейчас? Ой. Тут ведь что-то идет. На! Вот тут бумажка. Вот тут бумажка. Взяла. Да, давай, 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 давай. Все. Нафиг. Опять заперто, да? А что тут открыто, лучше сказали бы. Просто тут все заперто. Да отстань! Что тут опять идет? Вот это. Доела сзади. Постоянно. Подкрадывается, бесит уже. Открыто, да ну нахрен. Еще этот слендермен черный появляется, которого хрен прибьешь. Опять это голова. Ладно. Сделаем вид, что мы этого не видели. Мне кажется, сейчас кто-то припрется. Он идет. Я слышу, он идет. Он идет. Правда, очень медленно. Твою... У меня тут уже все значки пропали. Чё-то мне кажется, что... Давай! Вот это я пересрала, конечно. Так, мы взяли патрончиков. 8 минут как. Да, ну зачем? Понятно. Да отстань. Да. Не могу. Готовимся. Да отстань. Мне как назло патроны кончаются, когда он подходит. У меня патроны, что ли, кончились? Все, жопа. Теперь мне придется кулаками. Добилась. Теперь придется мордой им бить. Хорошо, я поиграла, конечно. Клево. Ну что, готовимся морду бить. Он, походу, чуть не контузировать не может. Ладно, мне же лучше. Он ушел! Игра на пальце не будет. Ползет там слизняк. Блин, я уже морду ему набить хочу, он не идет.
раем набила морду. Только там еще один идет. Ладно, сейчас еще одному морду набьем. Отстань! Я тебе морду бью, ты охренел. Ой, испугался, ушел. Нет, это, конечно, что-то с чем-то. Что за неалэты? Неалэты. Я не удупляю, что вот это значит? Вот это что? А, это что? Вот это что? Вот это что? Он танцует. Прикольно. Вы мать. На те. А этот до сих пор танцует. Вот эту вот забивную музычку, слышите? Зажигает. Вот вам пример. Что делают зомби в свободное время. Короче, похёрить на него. Дай-ка мне заходить, идём-ка. Вы видите, почему они могут меня сзади обкусывать, а я их не могу дубасить? Ну и ухожу, всё. Да блин! Вот сейчас он пошёл. Да отстань ты от меня! Да, конечно, не получилось у меня снять прохождение. Ну да ладно. Я для вас попытаюсь снять еще одно прохождение уже реальное. Ну, а вы мне напишите, хотите ли вы вторую часть и нужно ли вам вообще это прохождение. Ну а вы не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео. Я с вами прощаюсь, всем пока!